Еще мористи, блядь. Мористи бери, мористи, мористи, мористи бери. Вот так, да, вот так. Челенку видел? Хорошо. Все, давай, замерли. Главное, все, мористи больше не надо. Они сейчас вокруг острова, наверное, придут. И тебя заворачивает к твоему берегу. Отлично. Отлично. Сейчас они встречным галсом пойдут. У них хватит это самое ветра. Хватит. Да? А, горный бег! Не горный. Вот, кстати, на горный бег, когда это было. Вы да, были там? Да, был, конечно, все полностью. Индеец, помните, был? Да. Это был я. А, ну понятно. Я думал, там кто-то другой снимал, мужчина. Я думал, он просто смеется. А через... Держи четко и стабильно. О, классно. Под мотором идет.
Нет? Фотографируйте! А аватарки где зеленые? Съели 30 литров. 320 минус 30 получается. А сегодня аватарки где зеленые? Мы выходили из бухли в остатки, на остаток, на выход 290 литров. Нет, ну, блин, понимаешь, должна быть не такая вот. Получше немного. Да? Давай упрощай, как ты скажешь, что так сделаешь. Нет, блин, ты правильно, но более понятно. Потому что не так, чтобы краткий в этом ничего не понятно. На мысли Айя, как понял? Понял, Айя, перейдет, что такое? Всего вас ожидает. Вот так же мы гребли. Точно так же и мы с тобой, Серега, да? Да. Лобали. Thank you.
дали сверху. Попробуем сейчас в ту сторону пройти хоть немножко, чтобы с работающей парусины снять. Да, Валентинович, постарайся. Так,
иди на нас, и потом с подвета на барахолку. Отлично, хорошо, Серега, все хорошо. Я что-то сына думаю, там я сына. Сейчас вот так заходим, мы будем немножко потом. Хорошо,
Тимур, дай я на галу подъеду. Нормально. Тимур, дай я на галу. Земля Крыма является золотой землей. И я думаю, что эта земля сможет экономику Крыма поднять на должный уровень. Но для этого есть люди, которые готовы заниматься этим бизнесом, готовы.